офигенная! Откуда у тебя столько денег? А ты не слышал последнюю новость? А, ты про то, о чем уже весь двор говорит? Уже весь двор знает? Да я популярная! Все-таки своим телом торгуешь. Понятно. А, там про это говорят? Ну да, а ты о чем? Мои бич-коробочки вышли в топ-3 самых продаваемых бич-коробочек. Вау, ну тогда поздравляю. Да, да, и по новостям тоже показали. Экстренные новости. Катю Хлопок и Машу Путь перегнали по продажам бьюти-коробочек. Кто это, спросите вы? Жируха Шмэнь. Весь мир находится в полном шоке от такого неожиданного поворота. Уже 1000 следователей по всему миру скупают бьюти-коробочки от Жирухи Шмэнь и хотят быть похожими на нее. А кто будет следующим лидером по продажам бьюти-коробочек, узнаем в следующей серии. Я создам свою бьюти-коробочку. Всем привет, меня зовут Джуди Блэк Доска. Вы давно у меня просили, чтобы я наконец-то сделала свою бьюти-коробочку. И это наконец-то совершилось. Сегодня я представлю вам свою бьюти-коробочку, и я надеюсь, что она вам понравится. Поехали. И первое, с чего мы начнем, это, конечно же, дизайн нашей коробочки. Вот так она выглядит. Она именная, на видите, написано Джуди Бокс. Сделана из хорошей ткани, то есть ничего не повредит нашей коробочке. Да, можно носить ее как в повседневной жизни, как сумочку. Подойдет к любому вашему аутфиту, потому что она черная. Ха, круто я придумала, да? Ха. Ну а теперь приступим к содержимому нашей коробочки. Ха-ха. Так, опа! Смотрите, что у нас тут есть. Это же конфетти. Это обязательно, она поднимает настроение. И первое, что входит в мою бьюти-коробочку, это, конечно же, амулет от всякой злой нечисти. Задолбала эта дура. Тогда направь на нее свой амулет и скажи: изыди, сучка. Изыди, сучка. Ха. Ну и следующий продукт моей бьюти-коробочки, это, конечно же, книга. Книга заклинаний. В ней можно найти абсолютно все. Ну что, вы готовы? Извини, конечно, но я не собиралась читать литературу для котов. Да и я как-то тоже. Стойте, вы не так поняли, я сейчас покажу настоящее заклинание. А заклинание на похудение есть? Есть. Тогда я остаюсь. Ну что же, Руха, ты готова преобразиться? Да, снова я, начинается новая жизнь. Пока, Жирок. Закройте все глаза. Начнем. Для заклинания понадобится тупая дура, которая появилась на это. Случайно инструкцию прочитала. Извиняюсь. А ты точно знаешь, что делать? Да, я уже 100 раз так делала. Ладно. Всемогущие силы, помогите этой бедной несчастной девочке на счет 1, 2, 3. Ну что? Я красивее стала. Что? Что это так? Ах ты, тварь! Упс. Ну и последний, но самый мощный продукт моей бьюти-коробочки, это кукла Вуду. Благодаря этому продукту ты сможешь сделать человеком, которого ты ненавидишь, абсолютно все. Например, представим, это человек, которого ты ненавидишь, а это стол. Или же можно, чтобы он сам себе надавал по морде. Но чтобы конкретно поиздеваться над человеком, мы можем задать ему любые желания. Например, я хочу прямо сейчас воды. Для моей госпожи Джуди водичка. Работает, я же говорила. Но если вам понравилась эта бьюти-коробочка, то не забывайте ставить пальцы вверх и подписываться на канал. И тогда эта бьюти-коробочка сама к вам придет. Теперь посмотрим, у кого будет первое место по продажам бьюти-коробочек. Всем хаян, с вами Ян. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если это так, то ставьте свои пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал, пишите мне комментарии, я иногда отвечаю. И также не забывайте подписываться на мои остальные соцсети, как Инстаграм, ВК и Твиттер. А с вами, как обычно, был Ян Рейзен. Увидимся в следующем видео. Пока!